70 тысяч гнев надамажил. Хорошо. Я просто. А посмотрите, что там у меня. У меня не работает ни хрена. А, вот работает сейчас. У меня уже сбилось. Глядь, у меня маг 220 уже. Титаны 50. И все, только титан. Гнев титанов у тебя чисто на боссе надамажил, блядь. Больше, чем щит твой. Я не спорю. Еще когда начинаем? Просто не знал, что эта штука стакается. А почему ты повиновением бьешь, а не стакающейся печать? А, это я когда трэш чистил. Так ты на гневе бил ей. Я не знаю, она четко что-то больше, лучше работает. Проверяю в последнее время. Везде лучше. А на танка может броситься эта хрень или нет? Минус хп? Нет, не может. Боёк, потому что не инвиз хава. Дайте мне хаспот. А потому что после... Два штуки. Инвиз хава. А, 7 минут КД всё равно. Ах ты, нет, тебе же потом нужно будет по-любому. Воргинов надо кому-то из вас? Так, пойдемте, похуй, у нас миликов. Давайте разъёбывать. Ой. Всё, всё, мне уже дали. Пауза, ты знаешь, где стоять? Паша, а нет, нет, блядь, куда ты пошел, нахуй? Вот, тут... Хотя нахуй оно надо, у нас миликов нет вообще. Вот тут а Байера? Байера. А здесь все. Да пофиг, пускай где-то там бегает, какая разница. Готовы? Да. Пейте. Блядь, я же выпил. А у меня было. У нас же это фласка на инвиз была. Да. Это когда? У меня все заебись. Я блин, угол спойно найти не могу. Чтобы выбить, что творится. Безвозь. На этой карте. Слева. Налево поверни камеру. Я вижу его и ч. А во. Спасибо. Так. Первый раз, когда мы без милика убьем Кару. Должны сделать андайн. Потому что, блядь, тут умереть уже нереально, блядь. Я вам сейчас покажу, нахуй, нереально. Так, успокой свои эти. Паша сможет везде. Блядь, на текстурах умираю периодически, ты мне говоришь. Ой. Не понял. Заебал отводить. Не отводи. И вот басывает. А-а-а. Другое дело. Так, у меня раскол в КД. И... Подойдешь после сбрасывания ХП. Тебе даст. Против более-менее сейчас все, оп, блин, развернулся я. Блять. Что-то не так? Да кондёр за место ты не одел нормальный. Ой. Паузер, я... А, во, фобус на пулю там чё-то. Альву, да, этому... А, не, не сейчас, не сейчас. Я не достаю до него. Я подбегу. Ну так я говорю, не сейчас. Все, я подхожу. Как нахуй? Все, я дал. В следующий раз онлайн будет. А как, блять, я стоял на макс рейнджа жога. Вагон. Не, да бывает, вагон. Каким хуем? На макс рейнджа жога. Я даже специально подходил, чтобы жог можно было юзать, потому что паузер откидывает. Страшно. Значит, он подошел. И за ним босс. И он отбежал от меня, когда я прям в упор в стеночке стал. Ну бэрните его. Не надо его бэрить лучше. Давай. А все равно, блядь, уже запал. Ой. Да ты да шутки шутками, блядь, а че я сразу, так я не понял. Ни одного рейндж дисплей забавился. Я выключил на ходе. Ты пиздец, показываешь ты 40-45, блин. Я стою кастую на. Блин, у меня тут начался капец хороший такой. Блин. Куда-то куда летит этот гад?
Сколько там процентов или искать? Я скажу, 37. Не, должно быть для Геры. 30. Да ёбаная Сара! Вас летит в милизону, нахуй, пизда. Прямо в это. Лежа, между дверью и тобой. Чуть-чуть в свою сторону. Чуть-чуть, вот так. Мам, прям выйдем. Вам нормально? Да. Bloodlust. Батлрор. Сейчас там Сара начнет мяукать. Да пиздец, она бы на системе тебя резала, чуть не перевернула компьютер. Такой легкий системник. Чем? Такой легкий системник. Не, у меня системник не легкий. Он наоборот тяжелый. Поэтому на него залезла. Не, системник имеет системный блок. Ну так я по нему говорю. Ну. Её же не так просто перевернуть. Нас летит. У меня даже особо легкий. Сзади вас. Не, он в фейсе встаю. Вам нормально, ребят, достаете? Я не достаю. Где я стою, достаю. Я достаю. Все остальные слова. Лишь бы не откинуло нахер отсюда. Могу сделать с мужчинами, но не. Ну мог. Но это вас подставит отчасти. Не надо, пожалуйста, не надо. Удопченная целительница. А киньте мне. Или нет, пинался. Там летит кинь, вас прямо летит. Пошлите к боссу сейчас же. Ой, бля, а я проебался, Марись. Вот вам 20%. Давайте. А мне можешь что-то дать, чтобы я добежал до вас? А я до вас и так добегу. Стюлей, тебя топор еще запиздит. Не, все, сойдет теперь спорте. Успел? Да. Я там Ямакаси просто пробежал. Кошке, да, дай мне Ина. Ну я массакру отдал. Блин. Угол. Он меня убил. С руки. Ну а тебе-то фуарь. А, о, Лабриса. Воин же лиздроид. Лабриса выпала? Да. Да, моя будет. Привет, Рейслина, да. Давайте съедем, скриншот. Так. Ну, Лабриса же больше никому не нужна, по идее. Кроме Байек, наверное. Да Байку тоже не. О, Паша, кольцо с меткостью, блядь. Да? Но ты не заслужил, блядь. Почему? Как 30? Он кидает 30 мне, тысяч. Подожди, голова 35. Хочу Лабрису. О, на него упал токен, кстати. Да. Он сейчас такой, ну и пошли вы нахуй, Лим. Ну да. Нынче танки дорогие, у вас вот хватило только на дешевого паладина. Давайте маунта разрулим где-то. А, у тебя его нет? А, у меня даже в луте не показывается. Значит, у тебя есть пета. И кольцо разрулим. А, да. Его, кольцо блядь. Нахуй, Ваня, блядь, ну что ты мне делаешь нервы, ёбаный рот. Смотрите, что-то я не могу сейчас. Чё не можешь? О, блядь, не туда, не в тот слот кидал. Какой у меня есть, смотрите, о, какой маленький. Только скрин лучше. Тиу-тиу-пути. Да. Тиу-пути-пути. Киллмастер, что-то знакомый. А, он же с нами был уже. А, блять, ему. Нет, не ему. Плазь ему. Кого нахер? Рольсит, хуйня. О, давай. Чё там? Блять! Погодите, я релоуд прописал случайно. Ну, мы ждём. Ждем. Сколько, а, кинули? Есть, сколько уже кинули? Сам большой 83 Войда. Так, я забираю. Блин, хорош! Я вообще как харканул. Задрот. Погнали на это. Лабыса кому надо? Давай мне. Если больше никому не надо. Да, мне тоже. Пошлите. Все, буду боевым ретро-прото-паладин. Ретро-прото-паладин это сильно. Да. Пиздец, зарядился я. Кстати, шахмат никому ничего не надо. Нет. Куда запишемся? Первый этаж. Главный холл. Будем чистить. Сокеты перебью нахуй, блять, на крит, блять. Бая. Слышишь, а что ты в ДЦ собираешь? Какие статы? Тупой спокойно.
тупо. Ребят, сбегаем. Давайте быстрее резко вас прибавку. Так, 3 800, 88, 88 и бесконечность каждому. Этот, сверху вниз по рейдфрейму сейчас начну раздавать, потом мне это было. Давайте мне все раздавать. Где там Фобос? Где ты? Фобос около меня. Дух не нужен же ДЦ-шку вообще. Ляс, похуй. Даже с копеечками, спасибо. Я тоже хочу с копеечками. Теперь у меня будут фласки, теперь у меня будут фласки. Еее. А мне нет. Ну, ништяк, бля. Ребята, кто-то очень богатый, и я приму все деньги. Да, ваш вагон еще и сдох, блядь. Ты сдох тоже, блядь, так что ачивку из-за меня убило ближним боем с руки, блядь. Все, Иван, блядь. Как рыцарь. Ачивку не получили из-за тебя. Ребят, давайте из-за тебя так-то ты первый сдох. Ты сдох, блядь. Сейчас я раздам деньги. Паша, ты сдох первый. Так, ну мы же можем... взять пару паков слева и зайти в комнату, и не чистить все остальное, и потом потом можем, пройти наверх. Можем, но там еще пару паков набежит, и меня сожрут, а потом вас. Валя, ты не понимаешь, блядь, нет понятия первый, последний. Ты сдох, значит, из-за тебя. Нет. Да? Нет. Да? Или скажи, ты мог не умирать, да, спокойно, блядь? Да. Да? Да, блядь. Твоя. Во. Бля, я такой же бухой, пиздишь. Хватит. Опа, подожди, что это было? У меня промелькнуло. Что это такое? Ой-о. Нихуя себе. А Вайду разве на Све нужны эти шмотки? На Мишку. А, все, тогда нет вопросов. Ваня, теперь ты точно мне одолжишь денег на этого. Чего я тебе сделаю? Одолжишь. А, можно даже так сделать. Ты не одолжишь, нахуй? Нет. С тобой огонь и медные трубы прошли, блядь. А какие у тебя дроты? Интернетные, хорошие, медные? Или такие, которые в пыль превращаются? Все, я на этих на патрульные скину, ориентируйтесь там. Вниз пуляйте. Пол кинь, пол два, напиши. Я побежал. Иван, ты чистите, чистите я сейчас спину, мне надо кое-что сделать. Блядь, если ты не сейчас... Не на ту сторону пауза, блядь. Надо сюда, вот сюда. Куда идешь, блядь? Сюда иди. Я... Вот тут, где я стою, вот сюда, где вот я прыгаю. Сюда. Можно и друг. Вот да, красава. Бля, на них агро вообще нет. Фобус, давай, работай. Работаем. То ли воды по моим огням бьют, то ли вы. А нет им. Я там трошки похет, трому пулы ты захотел, так что. Там зараз можешь сейчас что-то пробить. Веселый. Кольоровый. Вот этому мальчику надо. Десять тысяч апа, это конечно страшно звучит. Ох. Все, не нравится, ВК сейчас гибнет. Я там... Видите, как пен меня душит, нахуй, в чате? Подъёбывается алкоголизмом, блядь, из нехватки финансов, блядь. Здорово. Так. За что? Ты поставил бы группу лут, кстати. Ребят, я, конечно, все понимаю, что вы страшные, но я, наверное, не добегу из комнаты с морозом к вам. Ты не надо. Нахуй туда побежал. А что вообще тут делаем вообще? А что мы тут делаем? Погодите. Сейчас пауки придут вниз. Какие пауки? Ой, кстати, мы сегодня через подвал ходили. Да это был пиздец просто, блядь. Да? Фобос божественный. Да, вы, хлопцы, воу. До мене. Вот ну, псы. Еще проще. Божественный работает. Да, я дал божественный массу там. Фобос еще попробуй. Раз дам. Да, дам это уже нежить. Точно. Что-то мне пишут. Они мне пишут.
сегодня больше ничего не будет. А? Знаете что? Ходили мы с Иваном в доту играть недавно. Да. Что? Когда на интернет. Это новые рофлы, блядь. Топовая игра от Ивана. Заходит он, и с первых минут у него обрывается связь с дотой, блядь. Нет, ты просто не понял. Дота Ивана отвергает. Вообще нахуй причем. Это что правильно, я фармил больше, чем противники, блядь. Так, за... так вот, нет, вы просто не понимаете, я возвращаюсь в игру, там уже десятые уровни бегают, блядь. Ну так, мы вчетвером снесли их, когда мы уже несем трон, я говорю, Иван, может быть, пора прекратить фармить? Издабол, там не так все было. Ребята, забегайте из-за колонну. Я их завел. Единственный Иван, полезный, пиздец. Тут пиздец какой-то происходит. Это не то, что должно было произойти. Мы спулили на один больше. Мне пустили. Вы откуда их взяли? Это которые патрульные. Фобус, я в тебя стреляю чем? Не надо, пожалуйста. Нет, тут я дохил, да мы с хилом. Фигнёй страдаем. У 30. Боёк, назад, отмена, боёк назад! О, кольцо возьму 206. Как вы их сагрили? Кто вы такой? Как? Ты не добежал. У кого жопа жирная? Признавайтесь. Или по саксу устрою. Так то у Паши, если так. А я чё? Чисто физически разобраться. Неправда. Давайте, попытка номер 2, ребятки. Моя попытка номер 2. Когда увидел нужный лут. Ты так намучилась, я с тобой. Здорово, да, есть на два босса. На этих, на без токенов, которые босс. Я понял, а это. Выпала Лабриса! Райсин! Я уже скинул. А где Райсин? Заходишь? Говорю, моего супер-пупер ретрика возьмете? Конечно. Райслин, тут Лабриса упала. Идите нахер. Мы уже все поплакали миллиард раз на самом деле. Мы да так рады, блядь. Что тебя нету, блядь. Я был так расстроен, что она мне досталась. Сидел в их... А тебе-то она нахера. Это просто половина. А у нас просто миликов нету, у нас вообще нет миликов. Обидно, писец этот. Вроде бы выходной был, но на работу вызвали в 3 часа, вот только... Бывает, бывает. Да, нам похуй, прикинь, блядь, мы Лабрису полутали. Я тебя ненавижу. Короче, смотри, что случилось. Мы перед тем, как на Малганиса, мы принесли Жападава в жертву на Лабрису. Он умер, и нам дали Лабрису. А токены на Байера выпали? Конечно, мы еще и денег заработали. Не, я на полном серьезе спрашиваю, выпали? Да. Да, один башка выпал. А, и руки упали на шамана паладина. Не, а токены у меня на всех уже есть. Даже на ретрике? Да, конечно, на ретрике. Ребят, я, конечно, все разумею, но я не чахлык. Я же, я умру. Ты кто, я чахлык? Я опять в мэр. Хлопцы, ну что так? Опять он поет, а не разговаривает. Да хилы-то тут что? Кто? Фобос, дай пати, мум. Чай, сейчас кину. У меня настрой просто хороший. Я Лабрису. Все, ладно. Ванек, поставишь шкаф? Ванька надо поставить на место, нахуй. Подожди, я кинул на Вейдж? Нет. А я тебе кинул, приглашаю в вашу группу. Нет, о, отец пришел. Можешь. Тепер у нас, по идее, є повний бойовий состав. Конечно. Що, будемо до часу ночі ІВК пробивати? Да. Блін, як няхуй. По суті, за годину маємо вправитися. Так, блядь, я ретрик. О! Мул, а роздай їм кулаки і цю, що в тебе є. З собою щось, то, що я. Да ні, пінус. 10 виходить. То що? Ну я тоже, типа, ИВК не планировал сегодня. Да ИВК ладно, хуй с ним, типа, в обычку можно сгонять побыстрее. Нет. Почему? У нас в календаре нет обычек. Вот скажи просто честно.
Тебе впадло одевать, помогать мне. Ваня, мы же такие друзьяшки. Мы же друг другу, блядь, сердечко. Паша, таким вот зараз что назвала на херня. Побежить від нас далеко, мы все забегаем в кімнату. Як, блин, омодимось, пізно мы все, що бачим. Я ніхуя не понял. Пошли. Что-то забегаем в комнату. Я так услышал слово пиздить. Правильно услышал. Фобос, мы забегаем в комнату. Нет, там мобы и бьем все, что видим, понял? Правильно. Ля-ля-ля, контроль, пошли. Белорус расшифровывает для русского украинский язык. Красиво. Красота. Белорусский больше похож на украинский, чем русский. Ну, естественно, у нас больше общего с поляками, украинцами и с Европой, чем с Россией. С цыганами, блядь. Нет, ты шо, если бы я был Ромала, я бы здесь уже пел, плясал, и у тебя бы не было вообще денег, но. А добрый день. Вас витает телеканал Дикі Гуси. Чому не прилетіли? Тихо, там кто-то пришел. Кто пришел? Ой, это я случайно. Бывает. Говорю, дикие гуси атакуют. Помоги. Ля-ля, ракета полетела. Там девчонка в огнем кидается. Ваня, ты глянь, 222 мак. А толку, как, блядь? Я сейчас сотни-то ебану. Потом докачаюсь. А толку и приложение ча. Инжо, топ-лэйшер. Сделай наложение ча. Нахуя? А нахуя магу? Наложение ча? Потому что на магу более похуй, чем на других. Блин, а шо они, блин, их всех вы с огнеметом ходят? Я вижу, вы меня в жертвоприношение принесли. Ну да, там был брейнлаг, скажем так. Короче, эти хорошие люди. Говорят, бегите налево, а они все направо. И у кого-то жирная жопа, как мы выяснили. Завтра липосакция будет. Здорово. Ага, добро пожаловать. Душка со старта пришла! Такой виновный голос, привет. Да. Абсолютно невиновный. Такой, знаешь, как в этом Пинзанза, когда они там здоровались, знаете, пощечно, тук-тук и ку. Смотрели Пинзанза? Мобы идут. Бля, понял, вы не смотрели Пинзанза, пиздец. Че, подождите, вы серьезно не смотрели Пинзанза? Паша, вы смотрели Пинзанза? Смотрели, конечно. Паша. Мы вообще фильмы забили. Фейс не смотрел, похоже. Нет. Пиздец. Я русский не смотрю фильмы, особенно старые. Очень зря. Мне не нравится. Смотри, берешь, делаешь домашнюю мочанку с блинами. Запоминаю. Домашняя мочанка с блинами, покупаешь... Чанка целого моча? Мочанка. Ты знаешь, что такое мочанка? Нет. Слушай, это блюдо, которое делается... Ну, для его употребления надо два блюда. Первое, ты делаешь блины, да? Да. Второе, это ты... Блины или блинчики? Грибы. Любые. Нет, ты грибы. Только продраченные ничего не помню. Ты берешь кварк и жаришь, да? Не знаю, что это. Ну, блядь, сало. Это сало на сковородке. А, ну так можно. Да, жидкого вида. Чувак, я там закончил, потому что сало я не ем вообще с детства. Так сало — это жизнь. Хорошо, можешь курицу. Работный рефлекс. Можешь курицу тогда попробовать? Может, с курицей тоже есть. Жаришь курицу, потом этот жир, когда это все вот это вот там есть, ты заливаешь. Че вы смотрите, мобов слева не видите? Я вообще ничего не бачу. Лево мобов видишь? У меня, блин, они сливаются с интерфейсом. Стою, точнее, меня, блин, закинули бухла. Персонажа я, блин, лишь морозой бачу. И за что? Чего? Я никогда не понял. Напухали мобы, короче. А. Это там эта хуйня есть. Какие-то. Ты прям Eminem мод был сейчас. Я, блин, на что раннюю и дерево бачу, тоже просто ведь. Я с СП ты бачу в голос. Все. Ай-яй-яй. Пять жертвоприношений.
Кстати, ребят, у кого-то есть лишний вес? Группа реанимации. Селесонга, походу, лишний вес. У меня есть. Бросил, получается, уже. А, так у тебя стройное сало есть. Так, вар, этропал, холипаладин, холипейст, ЛДЦ. У меня немножко. Чуть-чуть. Да. Значит, у нас... Да, оно распределено по всему телу, поэтому это особо так. Я звезду зашаклю. Блин, а че, а куда тебе сейчас туда? Могу одному кинуть этот. Инту, инту. Пету каску, пожалуйста. Паша, где мой этот, блин, интеллект? Могу я, можно? Мы поумнеем. Пожалуйста, пожалуйста, для вас все что угодно. Палтер, кинь. Ты должен это сам делать. Челебов. Я думал, вас мы так быстро идем, что на вас еще осталось то. Особенно на тех, кто умирал, да? Да. А, и тогда кулак еще. Кулак, Пет, пожалуйста. Фобос. Так, подожди, еще раз, когда мне под возгорание попасть лучше всего? На проки. Понял, так и делал. Если есть прожимки, то и то все отдавай на проки. Если у Паши нету проков. Прикиньте, я дамажил без раскаленного доспеха все это время. Ну это да, нормально. Ну ты врожденный маг просто. Может маг это не твое? А может и не маг, а мага? Парни, давайте ДБМ пул, все дела там готовы. Сейчас, секунд. Сара, я тебе сейчас маленькую накажу, иди отсюда. Фобос, карандаш тебе в помощь. Да ну блин, свит там, блин, смоет у меня. Майох, ля, ты зачем вот туда самое, блядь, тоже. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, тихо. Просто напали. Я понимаю, Ваню душить это весело, это объединяет коллектив. А меня-то что? Я тоже поддерживаю. У всех плохое настроение за это. Короче, смотри. Мы и Ваня пришел в перманентную форму номер 2. Ты пришел в перманентную форму номер 3. Бля, ребят, ну так долго, это просто пиздец, блядь. У меня уже начинается в натуре этот нервяк от этой херни. Согласен, мне тоже вообще не нравится. 3 часа, блядь, в каге, ебаный. Который... Пиздец, блядь, фласку выпили, блин, 2 босса оставалось, блядь, уже 12 минут осталось. Так, репу дашь, вот это они. Я вон. Юб! Бля, нет, лучше... ты когда босса спулишь, бежи, беги. Можно дальше от него. Пауза, чтобы расстояние между тем мобами, которые мы за контролем, и боссом было максимальное. Добро. Я звезду этот рестлинг-кружок тогда лучше будет. И звезду этот пенанс. Лерой, блин. Звезда? Ой, это Луна. Луна в рейде, кстати. Так, ты мне сказал, что я печеньку должен делать. Я печеньки не дал. Блять. Говорился, значит. Гляньте, как ДПС сразу вырос, ёбаный рот. Раскалён называется отдел, бля. Там пенс, он хуячит. Я, блин, не... Шаков или что это выше контроль. Два желательно уходить. А, думаю, что у него на эмплейт пропадает, он 200 побьет. С него диспелят просто контроль. Вот поэтому нужно на максимальном ранже ставить от босс.
Ну ладно, будем бить как обычно. Стоунти этого пидора. О, слушай, у нас два БР тут есть. Два хила БР. Мы же не умрем, да, пока? Нормально все. Здесь под босса. Ебать, пизда. О, да. Заходим туда, в ту комнату. Мы не добьем за миллион? Выйдем, нахуй. Это ты как заебаешь, там трэш прибежал. Ну все. Блин. Мы заебаем босса. Тебя бы трэш убьем. Мы сейчас все сдохнем, и так заебаемся. Согласен, давайте просто сдохнем, заебаемся, похуй. Парни, бывает, бывают ошибки, но давайте, блядь, пожалуйста. Без ошибок. А как это возможно было? А что за полёты? Я предполагаю, какой-нибудь старый. Вот, смотри, вот она идет, вот. У меня тут этот пиздец. Я поставил на улице. Я поставил череп. Да. Она шла, и за ней пошла пиздеца. Значит, надо немножко дальше от прохода держать их, я хуй знаю. Бля, они тут до сих пор пиздятся. Тут одна людена. О, хуя, блять, они тут до сих пор берутся. Вообще-то это не людена. Выйдите все. Тут уже какой-то звигнет. Тут один человек. А как же я ненавижу этих блядских боссов, этих морозов, хуёзов с этим трэшем блядским. Эй, вон. Да я вот вышел, зашел обратно. Нору. Тут никого нет. С нами орбит стоит на улице. Нормально. Здесь сюда стоит шаманчик. Класс, найти охуенную гильдию. Угу. Мы поделимся на тебя. И скажут, что я замечательный. А мы на бабу пойдем через подвал? Нет. Вот эту суку высеките нахуй. Это было бы максимальное мучение, если бы еще в подвал бы сегодня рыпались. Это просто не, конец был бы. Не, я просто думал в подвал, поэтому трэш этот не чистил. Мы вообще там ни разу не были. Не, один раз уже парни были, но я не был ни разу. Мы искали 10-го босса. Там три пачки пауков просто и все. Сейчас пауки, блядь, придут. Просто прям. Вот в этой комнате, типа, этот патруль можно было убить тогда. Этот подвал высекать дольше, чем всю весь каражан, нахуй. Не знаю, я ходил там три пачки, по три паука и все. Может, тогда и по левой стороне, типа, идешь. Вот это сейчас аккуратно же на пульте, блядь. Давайте заходим. Я не знаю, что не пули. Бегайте. Балзер, ты за спину там? Встаньте его. Это ж не уже туда каражана, блядь. Напулишь? Напулю, конечно. У меня маны нихуя нет, хоть спрашивали без проблем, но... Так, а где череп? Это толстый пак, а твой хилец. Еще. О! Пизда, парни. Чтоб веселее было, да? А мы сейчас будем ебашить. У меня 10-7 секунд на пол. О! Ух, давайте все спорю, чё мы ж, блядь, теперь спортсмены. Ну ладно, давайте еще посидим. Хорош, хорош, понятно, давай. А как улица, блядь, тут? Пета от... Подчинение, пошел в детрансе, нападаю. О, Фобос, выйдешь из этого, не ходи никуда. На месте стоять? Да, попробуй. Ага, постоял, прыгай. Разница. Как ты сделал там? Согласен, я просто... Они там танцевать начали, это, наверное, они радовались то, что я остался с ними. Ну чё, первый каражан? Ой, все, я не могу, мне тошнит неплохо. Ой, не могу. Может, ты в ретрика хочешь? Спекнуть. Блять, уже полдесятого. Мы, блядь, 18 сюда пришли. Ну, як тобі сказати. Як я понял, я лишь не пішу пью в цьому. Я нихуя не понял. Сплакать буду, блять, уже полдесятого, сука. Поставил. Ходите, ешьте, будем пить. Я твою сумку. Ай, прям Фобос такой. Не бы тебе завтра куда треба. Я вот. Нет, у меня не 8.30, потому что у меня уже две фласки кончилось. Какой мы... Мы в Дискорде собрались в 18.30 примерно. Или что типа того.
Mm-hmm. Я пришел в минус 30. Собрались плюс-минус. Там был не Бакинес или Сонг в это время. В Дискорде. Можно попросить великого мага поприсутствовать с нами? Конечно. Я тут. Вагон. У меня маг еще загажен, и вообще пипец, нереально. Он, кстати, следующий будет с нами в хару ходить. Жабодав. Давай кнап. Бля, простите, я что... Все нормально. Ты там уснул, братан? Я задумался так. Нет, так это нормально, все нормально. Жабодав, селедку всю съедим без тебя. Бля, осталось три кусочка последних. Хочешь, забирай. Я про эту селедку. Под шубой. О, мне нужно освобождение от крыжона. В письменной форме. Можно, пожалуйста, короче, смотри, Фобос. Пишешь заявление о освобождении Караждана. Потом передаешь ему руководителю хантов. Потом, с печатью руководителя хантов передаешь Небакину под проверку. Если там есть грамматические ошибки или какие-то, он тебя возвращает. Хорошо. Парни, давайте все, World First, все. Все красиво. Собрались. Ваня. Звезду, я, кружок, мул, луна, финанс. Все. Тот, что без метки. Ставлю метку, куда ставить боссов. Только я печеньку. Ты можешь постоянно, вот когда назначаешь цели, в конце говорить Ривун, любовь. Ривун босса. Любовь. Так первый раз бьем, блядь. Бля, а знаете что? Ну, похуй, мы же все, уже можно пиздеть, да? Конечно. В двери, блядь, тут танцевать надо будет бегать. Я говорю, обосремся, отвечаю, блядь. Я вот жду и дождусь этого. На этом босс будем долгаться. А ПЛ будет? А, зачем нужно? Тут, блядь, типа надо свою определенную хавку жрать, чтобы тебя не... ну. Не пидорасило, короче. И периодически бегать, ловить, типа, дебаф танца. Точки по бокам. И там у вас персонаж будет дэнс. Такая парень. Нет того, я звезду повесил. Сам пинав я прям. Нормально, мы его 40% снесли. Забыли. Ой, блин. А чё так лагает всё? У меня сервер вылетел. Очень странная хуйня. Чё это за хуйня? Мне каст какой-то, блядь. Так это сервер лагает. А. Знаешь, как не один раз говорил Небакин, как говорил я. Ну, очень хорошие сервера у Сирус. Так, а что это такое? Что это за бред, блядь? Сигнал приходит криво. Не по той линии. Там у Паши глушилки заработали. Мы же все. О, меня отлепли, заебись. Блин, я просто вслепую кастую, я ничего не понимаю, что у меня кастуется. Да, если пиздим. Как думаете, где у... Сними с интруля, обувь. Нас, да, нас сейчас заубьют. Не убьют, ладно, что. Стоп, откуда мобы? Вышли из контроля, прикинь. Right. Давайте, парни, 25%, молю богов, просто всех. Моли. Молю. Хочу это 4, подойдите. Держи. Завтра. А если мне интересно, а где же ты пропадал, если ты написал, что свободен? На работе. Резко вызвали на работу. Я уже говорил, на работу вызвали. Такое бывает. Я как рабочий человек сам. У меня тогда не было. А вы оцените, Павел говорил то, что его не будет, но пришел. Один, да, мы же пришли, Иван, спасибо. Я был на работе, меня вызвали на работу. Бля, ну гляньте, жо падает. Бля, красиво. Так это получается... Это да. Мы пришли сюда одевать мага. Кольцо, какое кольцо? О, это мне надо, подожди. Ну и нахуй не надо, блядь. Как не надо? Смотри, какое на транс кольцо. На это транс жестко. Кольцо. Парни, давайте мигом, вперед, без ожиданий. Мы можем скипнуть через можем. Пот.
Это, конечно, было лишним. Ну ладно, го убьем этот мобов вот этих, которых уже запулили. Нет, все пылим, ребята. А вот у тебя вот есть фейс? Это оффхенд. А? Оффхенд не пылим. Оффхенд не пылим, блядь. АП, оффхенд сюда. Прикинь, сейчас поздно го убьем. Спасибо, фейс, спасибо. Спасибо, спасибо. Я... Что бы я без вас делал? Ребята, оно просто выглядит пиздец, как кольцо, типа. Ой, бля, там... Я как я заебался уже дохнуть, это просто пиздец, у меня уже нервяк от этой хуйни. Ваня, ты лок, нахуй. Понимаешь, как говорил дядя Бен, ого, великой силой приходит великая ответственность. Ауф. Как говорил Евгений, Ваня, бля, а ну-ка дэхэл! Не видал, ты, бля, побежал. Прикинь? Это что? А, это грудь, так они... Куда я ворнесь? Бля, мы обычно закрывали его последний раз, бля, за 40 минут. Что сегодня не так, блин? Звезды нашлись так, ютуб. Сегодня маг. Звезды, блядь, нахуй этот каражан вообще, блядь, уже все оделись. Ваня, чё ты ругаешься? Нормально он сходили, блядь. Он пайку последний выбили. Не совсем. Стойте. Не совсем всем. Спасибо. Сейчас. Сейчас будем скипать. У всех путы есть? Нет. Сара, я тебя укушу сейчас маленькую, если ты туда придёшь ещё раз. Кусай. Сразу. Где туда? Сию, блядь. Осуждаю. До крови кусай. Знаешь, там сама охуенье. Ты вот как в том меме, нихуя себе, блядь. Кого еще нет? Я не знаю, я забыл. Уже передаешь? Уже передает. Передаем огласки, произошедшее в этом дне. Передайте. Кого нет? Саля алейкум. Никто не кидает рай, значит у всех есть. Фоба, собака. Питомцы, демоны. Отзыве, отозвать. О, точно, собаку тоже, спасибо. Сейчас было бы, конечно, шоу бы нереальное. Прожимайте готовность, не готовы. Алло, малейкум. Не понял? Нет, Войт, ну, пожалуйста, только не говори, что ты ливнул с концами. Так, а, да, только и шли. Это будет просто выстрел в мою голову. Ух, пожалуйста. Нет. Так наоборот, только ради него и шли на эту. Да. Ну, типа, вообще похуй, можно расходиться. Так, блин, ну, наверное, так сам факт. Все, он зашел, все нормально, все красиво. Работаем. А то моя пушка заряжена. Ой, завались. Тебя же арбалет. Не стреляет. Петов. Ля-ля-ля, побежали кабаны. Моя пушка заряжена, не стреляет. Мои ж вы киберспортсмены. А ты куда, Кит? Ля-ля-ля-ля, побежал. Успеешь? Киберспортсмен, отца! Почти что. Внутри. Не агрите их. А, это не за? И зачем это было делать? А, я думал, это был за. О, это тоже не надо было ползать. Ваня. Шкаф, да, пьяно присылал. Кто шкаф, он в бою? Ну, потом. Пизда. Я чисто в голос напомнил. Нет, это было... обычный пи***. Правда, там Катя стоит, блядь. Я думал, тот зоб побежал на спринте. Пом-пом-пом-пом-пом. Почти что. Чем туда было бежать? Ты же видел, что ты не успеешь. Он же не знал просто. По таймеру видно. Я думал, что в коридору, типа, воспринимаем. Не, ну ничего страшного, типа, но это просто... Просто не знал. Вот Фобос, это наше все на самом деле. Он всех поддерживает, во всех верен, блядь. Плюс золотой. Ну, что можешь Иван, как ему немату дать? От Ивана одно хуёво. Ой, блядь, парень. Блестяще. Парни, мы сегодня пылим. 10 каражанов из 10, это мы отыгрываемся за другие. Согласен. Знаете, на самом деле, я должен сказать вам спасибо. Спасибо за репу, нахуй, серьезно. Ой, блять, он под всеми бафами страшный.
А, да что меня? Иди сюда. Да, я его в овцу не бей, блядь. Сейчас я его в овцу ебану. Бабл же. Себя в овцу ебани. О, за что? Пиздец. За что такой хейт-спич? Знаешь за что? За то, что мы полутали сегодня на бриз. Именно поэтому ты кинул на меня живую бомбу, да? Да. Это фанатик призрачный. Паша. Ну чё, все пришло так хуёво? Ну, например, сейчас ты подошел к мобам, которые не запулены были. Да. Спасибо большое. Давайте тогда еще и оперу закроем. Да нахуй эти оперы, блядь. Да не там пойду. Дело на 2 минуты пошли. Согласен. Нет, я не поддерживаю. Трэш, самое дебильное — это трэш, парни. Босс убивает за секунду. Так можно же пройти. Мы сейчас на боссе поймем сколько раз. Били. 3. Ну, вот же, да. 2 часа лично ждут. Я не очень хочу. Наконец-то, блядь. Ну да, нахуй, шея. Типа, мы тут час сидели, как мы пришли, конечно, ради бога. Типа, ну мы уже, блядь, 4-й час. И какой мы тут час уже? 3-й? 3-й. Пошел. Горожане, блядь, в гараже. Мы льду уже прошли бы 25-ку. Боёк, нахуй. У тебя это шея есть, блядь. Что ты меня подъёбываешь? Ой. Куда? Ты заряженная, не стреляет. Не стреляет. Стреляет. А какой там день по расписанию еще? Среда остается или какой? Сейчас не скажу. Я, кстати, завтра вроде бы как должен быть выходной вместо сегодня. Вроде бы. Ну, завтра у нас РТ. Завтра РТ. Ну, после РТ только если. Ой, завтра котик учили. А, кстати, и ВК все сходили? Ой, у ИК все сходили на 25-ки. Я не ходил. Я не знаю. Вот сегодня в гильдию, ну, говорят, завтра хотят сходить. Я не ходил. Я, кстати, так охуенно сходил. Я полутал топор, блядь. Я полутал, блядь, этот, 245-ю сделал себе, Т9-ю, блядь. Еще на хулипала грудак забрал, блядь. У меня теперь, ну, у меня 2 Т9-ые апнуты. Типа я в гильдию вступил, и меня сразу поотдавали там. На половину. Причем даже без ГП. А ты куда вступил? В Gods Among... Ну, боги среди нас. Gods Among Us. Да. Я сегодня тоже... Как? Гады среди нас? Боги. Among Us. Gods. Ну, это прикольно, на самом деле, такие гильдии, которые... Козы среди нас. Дают. Да, блин, я не знаю. Ну, там чуваки 240-е практически. У нас пока шмотку получишь какую-то, блин, 2 года пройдет. Я, типа, ничего против не имею. Блин, ну, понимаешь, они не заряжены на закрытие, ну, ФК. Ну да, это понятно все. Это потому что, типа, ФК же у нас... Система ЕПГП сама под себе, ну, не особо, если вот сравнивать. Ну, даже... Обычный ролл не слишком справедлив. ЕПГП, для тех, кто только вступил, ты идешь в минус, даже если ты будешь богом. Среди, ну, нужно, конечно, уже будет походить. Ребят, я в подчинении. Типа, зато я со старта могу вообще даже на ОВ спек, не стесняясь, ролить. Потому что то я буду сидеть копить вперед, что так. Ну, не скоро. Сильно не бегай. Просто проблема ЕПГП в том, что какой-то чел зайдет с большим количеством ЕП раз в месяц, заберет какую-то шмотку и исчезнет снова, там, допустим. Ну, там уже снимается, понимаешь? Там снимается. Ну, я понимаю, что есть срез, но я о том, что, типа, человек какой-то может просто копить 10 рейдов и забрать бисовые шмотки, там, через 10 недель. И как же он, блядь, 250-й, наверное, блядь, до сих пор, блядь, 3000 дает. Финанс. А чё ты там стоишь? Кстати, насчет ЕПГП, там есть две системы. Есть система по нужности и есть система по очкам. Система по нужности, чувак смотрит по твоему шмоту, и кому она даст самый большой прирост. Ты не понимаешь, это не имеет никакого отношения к ЕПГП тогда. Тогда какой хуй надо копить эти очки, работать и ходить за них, когда кто-то будет еще за тебя решать, надо тебе эта шмотка или нет? Господа кастеры, назад отойдите, вы синие. Я в первой гильдии, которая тут была, у нас была такая штука. Ты копишь эти очки, если у тебя есть какой-то минимальный очков,
Эта шмотка всегда стандартно будет. У меня есть одночку. К примеру, какая-то тринка всегда будет 400. Вот у всех есть 400, и ее дают по приоритету тому, кому она даст наибольший прирост. Нет, и это самый большой пользователь. Какой-то EP приор, типа, что-то такого. Да, типа, это какая-то хуйня. Костя, вон там он. Блять. Скорая помощь едет. Не возражаешь, что у нас два человека стоят, ждут сумон? Скорая помощь. Один мертвый лежит. Возражаю. Эти паладины сидят. Ой, скорая помощь не получилась. Я забываю. Еще раз пробуем. Ребята, гоу. Меньше пиздеть, потому что надо смотреть на карту. Блять, не получилось. Ваше очко переходит в зрительный зал. Где вам? Не пойдем мы сегодня на оперу. Нахуй ты упрупался. Не, типа про сорян, типа, но я лично уже сюда. А, слишком затянулось на этом КД. Пиздец, да, это слишком долго. Вы, блядь, как сидели до часа, нахуй охуевали, так это ладно. Ой, с Паузером согласен, блядь. Ой, во, спасибо, ребята. Ну, пиздец. Вот поэтому пиздеть нужно меньше. А кто так агрит, я хуй пойми. Чё, может диван и умрём, типа, чтобы они ещё и ушли отсюда? Да нахуя? Ну, мы будем бить их по 2 года ещё этих мобов. Я не знаю, на мне есть СС, я, возможно... Я тоже. Не надо ничего, блядь. Короче. А кто выиграл шею, кстати, блядь, заебали? Падайте. Боёк, ты выиграл? Я ресну. Санёк лезет. Боёк, нахуй тебе это шляет? Надо 10 тысяч мобов бить. 3 моба осталось до босса убить. Зачем вы пулите лишний трэш? Во-первых. Во-вторых, не смотрите на карту. На рейдфреймы, блядь. Не возражайте, у нас вон пинанс, боёк. Стоят, блядь, ждут. Автоматизм никакого. Смотрите, блядь, сейчас образуются 2 коалиции, нахуй. Танк, перед тем, как пулит, нужно смотреть на рейдфреймы. Лапку. Каску, инту. Инту даю. Спасибо, боёк. Десять минут фласка, ребят, давайте, пожалуйста, быстрее подождём. Я пью вишневый сидр. На самом деле, эта кара по этим по расходникам дороже, чем все предыдущие рейды 50-е. Я ебал его, даже пить уже не собираюсь. Нахер. Ваня, хватит бубнить, заебал. Нахуй, нахуй нам вообще эта кара нужна, блядь, за 4000, блядь. Ваня, блядь, посмотри на этого перспективного мага, нахуй. Нам же еще есть ребята, которые расходники нужны. Конечно. Кому? Там уже все, Байку выбили последний. Ну как тебе сказать? Привет. Тебе сказать так, чтобы ты не обиделся, блядь, Иван. А, можно с колонны только вывести налево немножко? Угу. Там ПВП-шный этот моб. В лос ушел. ПВП-шный моб. Блин, у меня остались руки, но можно на меня забить. Видно. Так, а мы сможем это без миликов проходить этого босса, правильно? Нет же там ограничения какого-то, если там нет миликов. Да, сможем. Еще лучше будет. Один моб кусает кого-то. В смысле без миликов? Я что, шутка для тебя? А, да. Точно, сорян, забыл. Ты шутка, бля, если мой маг себе передамаживает, то что ты Ай-яй-яй-яй-яй. С галерки. Это дуэль. Это было очень жестко. Это трэш. МК не забудь кинуть. Только. А, да. Должен вообще это отслеживать. Если я правильно помню... Парни, давайте, 8 минут фласка, давайте. Блин, если я правильно помню, хилы тут слева-справа относительно босса. У нас я хил. Я центр. Я должен к ним подходить. Я центр. Где будем вместе встретиться? Надо к ближе подойти. Алло. Фобос, тебе надо куда-то отойти, потому что здесь кастром лучше стоять. А куда здесь кастром лучше стоять рядом с тотемом. А слева почти мне? Ну, я буду стоять рядом с тотемом. Вот сюда можешь стать? Ну, типа, либо байку придется подходить под босса, стать тотемом. Сюда можешь стать?
Боёк, давай ты посередине, блядь, станешь. А я типа без тотема буду бить, что ли? Да. Смотри, босс кидает уж, поэтому посередине Боёк не может стоять. Боёк, поднимись. А где наш хил будет стоять? Хороший. Уже стоит. Боёк, вот сюда, вот сюда стоит. Слепой. Боёк. Где моё дерево? Пожалуйста, 7 минут, ласка. Боёк, встань сюда, где я прыгаю, пожалуйста. А, все, вижу. Мы вот так вот постоим. Я не потерплю такого поведения. Это заклинание еще не готово. Боёк. Батл! Не, ну ты глянь, как домой был. Ишь, ты чё двери добавил? Когда стан будет, будешь подводить под за. Не, если завтра урву на кота кусочки, то можно будет это и котом ходить куда-то. А это стан, да? Да. Боёк, ты походу в ось. Ой, я... Дай сальву. А ведь тебе как дамажил, блядь? И мула, и сову передамажил. Хорош, нормально. Ой, щекотно, щекотно! Почти к байку приблизился, это охуеть просто. Опять ты умер. Я, если честно, в шоке, что и я сову передамажил. Ты не передамажил сову, Амон. Ей надо разогнаться, на самом деле, по прокам. В чем проблема? Проблема в чем? В проках. Нет, сову от крита вообще странно. От крита. Как она? Там же прок это сугубо от пока крита. Пока на проку, блин, это вообще страх. Не, ну, чтоб не настолько, ДПС просил. Там настолько, там очень хуёвые проки, на самом деле. Нет, если нет недостаточно... Хил. Если нет недостаточного количества крита, чтобы оно просто по КД тебе выбивало прок из после прока. Сальва ему. Или боб. Я ему давал сальву. Боб ему кинь, да. Ну или что там этот... Там все, там пинанс на первом месте. Этот. Я даже не смогу затаунтить ее. Она типа не таунтит, или что? Схила. Надо заводить такие моменты, как бы. Ой, как же меня щекорожжигорожжигора. Боёк красава вообще хилит ещё. И дамажит. Киберспортсмен. Здесь этой карой вы наелись. Да, я на самом деле вообще настолько сык сейчас. На год вперед. Согласен. Я голоден. Нормально. Нет, просто перед этим была еще одна кара, блядь, с пугами, блядь. Бля, Павел, просто, да, смотрите, ну раз такая пьянка пошла, может пойдем маунта выбьем скорее? Паша, там перед маунтом этих коней, блядь, как я не знаю что. Да хуйня. Зато маунта поебашь. Давай, выпади шею. Ни разу он не упал. Шея упал? Да. Ой, я хорош. Ой, перчи. По запросам телезрителей. Перчи можете. А, они же никому и не нужны. Как ты в этом месте умер, блять, Айвон? Какого хуя ты вообще тут стоял? Где он сдох, тварь? Покажите мне его. Не лезьте. Я не покажу, я не покажу. Где он? Где он? Я не покажу. Так, ребята, все или все-таки мы переходим? Я лично бы фапор. А что ты, Палзер, не хочешь все эти перчатки? Чего? Чего ты эти перчатки себе не хочешь? Какие перчатки не хочу? Ну вот кисти упали. Так у меня СНД. У меня 39-е. Ребят, всем спасибо за рейд. Очень интересно было сегодня. Расход? Ну, я убиваю точно. Давайте всех целую, обожаю, что я желаю. Давайте в следующий раз нормально идти. Сыглы. В следующий раз у нас больше не будет. Почему не будет, блядь? Почему не будет, Иван, нахуй? Добрый ночи. Вон, пердун, поставь. Чисто ради интереса. Кроме меня, кому-то еще нужны токены? Друид-то тебе надо эта шея? Друиду надо эта шея. Бля, ёба нам будет. Если ты про танковскую. Да. Так он именно за этой шеей, именно для этого человека мы сюда и шли. В смысле? Кишки, ну, я про штанг. Кишки вот это.
Портальчик. Кошки-мишки? Портальчик. Спасибо. Ты мудак. Все. Мы не самые лучшие люди. Да не, Паша прям конкретный мудак. Вот зачем ты в подгород поставил? Там удобно. Там нежить. Он просто намекает, что эта кара настолько хреновая, что мы все вели себя как ходячий скелет. Спасибо. Ты мудак. Что у нас? Когда у нас будет ИВК?